Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. И видел твои взгляды, твои глаза горели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою. Поцелуй твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства, ты ушла по-английски. Поцелуй твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства, ты ушла по-английски. Напишу тебе песню, спою под гитару. Ты же знаешь, я здесь и всегда буду рядом. Остальное не важно, остальное пустое. Те мечты запускаем в это небо ночное. Может, это дежавю, может быть, я просто сплю. Растворяются в тумане все мои слова «люблю». Но отмотав время назад, я бы снова сделал этот шаг. Твоя навсегда слишком быстро закончилась, будто целый мир вдруг настроили против нас. Кажется, теперь между нами стоит стена. Кто я без тебя? Кто же я без тебя? Поцелуй твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты ушла по-английски. Поцелуй твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты ушла по-английски. Тебя не забыть мне, сколько бы я ни пытался не разбить то, что давно уже на части, это пламя погасло, сорванной маски, но по-другому лишь в сказках. Поцелуй твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты ушла по-английски. Поцелуй твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты ушла по-английски. Поцелуй твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты ушла по-английски. Поцелуй твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты ушла по-английски. Всем салют, меня зовут Раиль, добро пожаловать в хижину музыканта. Я только что исполнил песню группы Добро «Поцелуй». Новая песня, я вам помогу ее разобрать, покажу вам в ближайшие дни уже. Поэтому, чтобы не упустить, прямо сейчас подписывайся на хижину, нажимай на колокольчик, чтобы уведомление пришло тебе. Ты зашел, разучил песню в мгновение и сразу же начал играть эту песню для души, для друзей, для подруги, для кого угодно. В общем, друзья, в комментариях напишите новые заявки на песни. Мой Canon сегодня сдох, ну точнее батарейка сдохла, теперь вообще не держит. Почему? Потому что в последние дни по 5 часов на него снимал бесперерывно новый видеокурс гитарный. Об этом уже скоро вы узнаете. В комментариях новые заявки, и из-за того, что я сейчас буду это делать намного быстрее, быстро-быстро разучивать и исполнять, вы сможете увидеть много интересных каверов и, естественно, разборов. Восстанавливаем хороший темп нашего канала и скоро увидимся. Работаем, поехали!